Москва. Мы находимся в Камергерском переулке Г. Москвы, проще говоря, Камергерки. Это совершенно удивительное место, потому что здесь всегда можно встретить человека, который тебе необходим. Если ты долго ищешь какого-то человека, не знаешь, где с ним встретиться, и телефона у тебя его нет, просто посиди часок-другой в Камергерском переулке, и обязательно его увидишь. А еще тут еда и театр. То, что было в этом переулке совсем давным-давно, я не знаю, потому что я попал сюда уже в довольно сознательном возрасте, будучи студентом, мне показалось, что это прям какая-то маленькая Франция, настоящая заграница, кафе со столиками на улице, особенно летом, когда весь переулок похож на шведский стол. Наверное, мне так показалось, потому что толком я тогда за границей-то, в общем-то, и не был, и не видел, как выглядит настоящая заграница. Но знакомство со всем вот этим шиком Камергерского переулка начался совсем не с вот этих вот кафе, поскольку денег толком не было, а с маленькой стекляшки, с ларька, который находится вон там в переулке, где продавали довольно-таки дешевый алкоголь, а распивался он ровно напротив, во дворике, за школой студии МХАТ, где детская площадка, где все это и происходило. Но это то, что касается доджестива. А разрешенный аперитив, в общем-то, распивался на лавочках перед школой студии МХАТ. Особо хорошее было времечко, когда уже доджестив с аперитивом были позади, идти в народ. И лучшее на это время было май, июнь, когда перед школой-студией МХАТ на всех этих лавочках, на всех ступеньках, на всех возможных плоскостях сидели абитуриенты, ждущие своего, в общем, шанса в школу-студию. Спустя какое-то время с теми же самыми людьми, с которыми я выпивал в подворотне вокруг школы-студии МХАТ, мы уже сидели в этих самых кафешках, которые раньше не было доступа, и обсуждали свои будущие и настоящие спектакли. Целыми днями мы проводили в этих самых кафешках. Иногда то, когда надоедало, одно мы меняли на другое. И так вот в шахматной последовательности целый день из кафешки в кафешку мы проводили в этом самом Камергерском переулке. А около 6 вечера начинали мутить билеты в театр, а именно в МХАТ или в Большой, поскольку они здесь вот в шаговой доступности. А вообще, я люблю это место за то, что какой бред в кадре не неси, все равно картинка очень красивая получается. Сейчас мы переместились в пешеходный переход под Манежной площадью, потому что тут тепло и занимательно. В этом переходе мы обычно скрываемся от холода, когда на самой Манежной площади, где мы тусовались последние классы школы, и даже, по-моему, там на первом курсе института, точно не помню, было уже прохладненько. Мы сюда спускались греться в переход, где было светло, тепло и, в общем-то, довольно сухенько. А здесь всегда, это даже многие помнят, здесь в этом переходе круглый год играл скрипичный ансамбль из студентов консерватории. Вот. И мы как-то все время рядом с ними тусовались, так мы, в общем-то, одновременно грелись и приучались к прекрасному. Позднее мы уже сами, как студенты консерватории, сюда возвращались. Точнее как, но не все. У нас несколько было спектаклей музыкальных на курсе, и все там, мои однокурсники, на чем-то умели играть. Я тоже, в общем-то, играл на балалайке, даже музыкальную школу закончил. Вот. И в один прекрасный момент, поскольку учебный театр здесь относительно недалеко, на Тверской, учебный театр ГИТИСа, ребята решили, ну что, мы зря, что ли, с этими инструментами ходим, давайте пойдем тоже переход, денег подзаработаем. Но меня с собой не взяли, потому что я очень плохо играл на балалайке, в общем, отвратительно. В общем, я напрашивался хотя бы притаптывать, там как-то прихлопывать, но тоже еще надо было как-то заработать. Но меня все равно не взяли. Вернулись они достаточно солидным таким кэшем. Вот, но и несколько раз еще на этот промысел отправлялись, но на меня с собой ни разу не брали.
вообще сама по себе Москва бесформенна, как клякса на листочке в кабинете у психолога. Свои черты она начинает приобретать тогда, когда человек в это пятно начинает всматриваться. И будет она именно такой, какой человек ее захочет видеть. Да, реально.